जी दोस्तों, आपका दोस्त डोगर मास्को रशिया से हाजिर आज एक नई वीडियो लेके अद्धी पंजाबी थी अर्धी उर्दू। यार मैंने कई लोग कहते यार उर्दू बोलिया कर, कई कहते पंजाबी बोलिया कर, तो मैं इस वास्ते सोचा कि अद्धी उर्दू थी अद्धी पंजाबी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। आज मैं लोगों से पूछूंगा क्या कभी जिंदगी में ये खुद के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा हुए हैं, क्या फील किया उन्होंने और किस बात पे गुस्सा हुए हैं। तो यार मेरी वीडियो देखते हो आप लोग तो लाइक भी कर दिया करें, वो जो साथ में ऐसा बना हुआ है ना उसको लाइक कर दिया करें, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, कुछ लिख के मुझे बता दिया करें कैसी लगी वीडियो। तो आ जाए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तुहाडी जिंदगी च ऐसा वाकया होया कोई कि तुसीं बड़े 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 गुस्से च आए होवो या अपने आप ते या किसी होर ते? ओके गूगल नो नेट вот был такой момент, когда не был ви кого-то сильно злая либо на себя очень сильно злая? Вообще добрая. Я вижу, как ты добрый. Мы вообще всегда добрые. Не, честно. Злая, но... Когда переходник забывает дома. Меня правда бесит, когда один телефон с другим, короче, вообще. Ача, окей, я мне апна чарджер гар бул, я тебе апна, иску тач карне вала, то фир ма баде гусе ме ати. Был такой момент? Ну да, был. Я ненавижу, когда меня заставляют ждать, я сильно злюсь. Да? Да, ненавижу. Просто это, другое ничего никогда не было? Ну, в основном только это. Я выхожу из себя, вот злюсь очень сильно. Или когда опаздываю, на себя злюсь. А, себя, да? Да, на себя, когда опаздываю. Хорошо. А тогда почему у вас подруга очень добрая, она очень мальчик? Да, я добрая. Добрая? Ну, когда не бил, такое не бил? Когда не поем. Могу кого-нибудь съесть. Да? Да. А тогда не два твоих подруги? Мы прям друзья такие же. Давай, маме привет. Маме привет. А какой город мама живет? Вообще здесь, но в принципе томичам тоже всем привет. Да. Вот. Ты хочешь, хочешь маме привет? Или до кого ты хочешь? Ну, может быть, свой парень? У меня нет парня. Маме вообще привет. Вашей маме привет. А, мой маме привет. Да, вашей маме привет. Я хочу тебе объяснить, что от тебя Бог забрал, да? Либо парень, либо кто. Тебе не надо грустить. Всегда скажи спасибо Богу, потому что он, что от тебя забрал, потому что он знает, будущее для тебя это нехорошее. А Бог для тебя что-нибудь другое сохранит, будущее. Он тебе это обязательно дадут, когда тебе время будет. Хорошо? Еще, который парень тебе не любишь, да? Не тебя любит. Ты 10 раз ему не любит. Сначала себя любит, хорошо? Если ты себя любит, а потом ты только любит этого человека, который тебя любит. А всегда, знаешь, глупая девочка любит такой мужчина, который она не любит. И знаешь почему? Потому что она себя не любит. Понимаешь? Главное, сначала себя любит. А потом автоматически, который тебя любит, ты наоборот любит этого человека, хорошо? Я была очень сильно злая, когда мы отмечали Новый год, и я потеряла телефон. Да? Прямо телефон? Либо у меня его украли. А вы себя взяли меня, да? Да, это я виноват на самом деле. Либо кто-то рядом, я друзья. Либо, да, либо кто-то и на себя, и на других. А, понятно. Ача, вы говорите, я в большой гусе, я был на Нью-Йорке, я был с моими друзьями, я был с моими друзьями, я был с моими друзьями. Фон гум кар лия та. А ты? Я была очень злая на родителей, потому что меня... Родители? На родителей, да. Они берут и заставляют меня ездить в бассейн, а я никак... Может быть, твой мама смотрит и вот... Мам, я тебя люблю. Да, это просто интервью, да? Да, это просто интервью, мам. Ну, ты понимаешь, да? Там, ну, дома поговорим. Смотри. Ну, как бы да. Все, просто родители, да? Просто, да, да. Просто они заставляют меня, я не хочу. Понятно. А потом они еще руку бежат. Ну, больше, пожалуйста, не останавливай, хорошо? Я объясню. Ладно, а ты? Я никогда не бываю злой, очень добрый человек. Ой, я не
не бываю злой, я очень добрый человек. Неправда. Правда. Я никогда не злюсь на кого. Ача, во кэри, мэ каби гусе ми не иду. Уска дос кэри, я джуд бол рия. Сач бада, не? Чего? Скажи правда. Ну, это правда. Она злится на людей, которые ее предают. Да, иногда бывает. Она злится только на тех, кто этого достоин. Да. Все? Да. Никогда не была никого зле? Нет. Покажи свои глаза. Нет, смотри. Ангелочка. Да, можно, можно. Вот это что ты такой, правда, это прямо как-то ангел, да? Ангел, да? Ангел. Который никогда никого не серьезно злит, да? Как тебя зовут? Маша. Маша, а тебя? Даша. Маша, Даша? Да. А тебя? Лиза. Лера. Имя? Скажи. Так, я была очень злая, когда стояла и ждала Дашу 20 минут на улице на морозе. Так, минус 100 да, просто. Да, я тоже да? постоянно жду ее, постоянно. Она такая, она всегда опоздает, да? Она всегда опаздывает, просто всегда. Нереально. Я прихожу она под подъездом, ее жду, ну, минут 30-40, садится телефон, а Даша все еще в колготках дома ходит, не накрашенная. Да, пьет чаек. Да, вот. Так, Дави, вдвоем хочешь заваление писать на ее, да? Да. Тебе 18, тебя посадят. Да, тебе посадят. Теперь совершеннолетняя, все. Да, все. Не, вот и знаешь, почему вы ее ждали? Потому что вы очень сильно любите ее, поэтому. Как? Ну, это да? Само собой. Реально, они очень тебя да, любят. Да. Если они тебя не любят, они тебя не ждали так. Да, они преданы, они как хатика. Ну, будешь ты тоже осторожно, постарайся раньше, хорошо? Ну, я постараюсь, ничего не обещаю. Да, вчера был такой момент, когда я уронила телефон, его подобрали и... Прямо вчера? Да, прямо вчера, вот, кстати, да. Я его несла другая девушка на барную стойку, я его потеряла, но, слава богу, его нашли и все благополучно. А, сейчас я буду переводить. Окей, Арик, мне кал апна фон хо гей ти. То мне бада худ бе гусса я, лекин шукар я го кисне донгэ мне вапас кар дия. А ви? Я очень злюсь, когда человек не выполняет свои обещания. Это тоже было совсем недавно. Вот, Ария, мне бада гусса та, когда кое-я банда апна вада пура не карта. Я перевожу. Ага. Ну просто за это, да? Чтобы когда человек не обещание. Может быть, это парень? Да, мы договорились. Это твой парень? Да. Нет, нет, это не мой парень, это моя подруга. А, подруга? Да, это моя подруга. Да, мы если договорились. Честно, это вы не первый. Тут много отсюда друг друга подруга взяла. Почему? Нет, подруга это. Это она? Нет, не Анюта, нет. Это моя подруга, которую мы должны были лететь, и она резко отменила билеты, и, ну... Тебе не сказали? Пришлось одной, да. Да, это разочарование. Смешно. Ты прямо хотела убить ее, да? Конечно, очень злилась. При встрече убью. Давай убьем вместе. Давай. Давай. Как ее зовут? Таня. Можешь меня смотреть? Таня, ты некрасива, Диля, это очень плохо. Да, это очень некрасиво. Таня, правда, это очень некрасиво. Мы тебя найдем. Найдем. И убьем тебя. Да. Берегись. Как тебя зовут? Татьяна. Татьяна, а тебе? Аня. Да. Кого? Когда? Точно не парень. Парень. Парень? Парень, парень. Да? Да. И прямо сильно хотели убить ему, да? Да. Хорошо. А вы? Нет. Никогда не была никого зла? Нет. Хорошо. Был такой момент, вы очень сильно была зла на себя? Нет. Никогда? Никогда. Серьезно? Серьезно. Точно? Что, не подходит? Не, так не бывает. Вы никогда не била никого не зла, а и себя никогда так на не бывает. На кошек злилась, на кошек. На кошек? Да. Что она кушает порвала? Что она когтями царапала. А, да? Да. Хорошо. А вы? Я всегда на всех очень злая. Всегда? Прямо на меня тоже? Точно? Не, не так. Вы очень добрые. Вы очень добрые, так не бывает. Скажите честно. Я очень добрая. Я очень добрая. Очень добрая, да? Очень добрая, да. Никогда не злая? Никогда не злая. Может быть, вы спросили подруги, надо от другой стороны, а они спросили вам другой стороны, а вы тогда злая, да, они? Чё? Maybe your friends ask you, let's go another place. And they ask you, you come to Red Square. No English.
No English? No English. Давай Punjabi. No Punjabi. Чел Punjabi бол, не на Punjabi. Let's think. Yeah, a few days ago I went to the shop and I had a glass with my perfume. It was about 70 milliliters from 100. So that's 70%. And I just get it to the girl who can help me to find this one. And we just broke it. So we had a lot of glass on the floor. It was so expensive. Fucking angry. Yeah, about $120 for bottle. Really? I was so fucking angry. So you're a so expensive girl, yes? Not so, but maybe. No, is you a boss yourself or maybe someone gave? No, I'm working here. So someone present you with this or you by yourself? By myself. I'm living by myself alone. Really? Yes. So nice girl. What's your name? Victoria. Victoria. Yeah, I think I had some situation like this when maybe... Sure, not your girlfriend. No. When I have missed a chance to maybe compete in some school tournament, you know, like biology, chemistry. I'm studying in a medical class. Mm-hmm. Yes, and I have missed some university. Some classes. Olympiad, you know, it's Olympiad. And if you win, you get like, you know, you're... You can say in Russian, no problem. Ну, можешь поступить в университет. You can enter the university if you will win the Olympiad. So that's where you are. I have missed some Olympiad, so it's... So you are angry yourself, yes? Yes. No, not so much, but... I don't angry with you. With you look like so kind person. Yes, but... I try to don't be so angry, and it's special for teachers. I want to have a good behavior in school, to have special rules from teachers. They can give me some good marks, for example. На себя нет. А кого-то другой? Да. Кому? Кому? Не скажи меня, когда я тебе спрошу интервью. На свою подругу Нину. Подругу Нину? Да. Когда она пошла гулять без меня с другой девочкой. Тогда я была очень злая, и меня это немножко напрягло. अच्छा वो कह रही है कि मैं अपनी दोस्त पे गुस्सा हुई हूँ जब ये मेरे बिना किसी तरह घूमने जाती है अन्ना अदना पिछला किस्म तो गुले पक्का तो दुर्गे पार ही и так и так было. Нельзя. Если она твоя лучшая подруга, нельзя. Всегда. Куда ты гулять, либо парни, обязательно с собой возьми. Мы с ней договорились гулять, а она не вышла. Я собралась, и я не хотела дома. А хорошо. А тебе было какой-то такой момент к себе? Может быть, ты ее взяла, Беля, когда она тебя спросила, почему ты... Нет, мне купили наушники беспроводные, а собака их погрызла через месяц. Я была очень злая на собаку, а на нее тоже злюсь, когда она тоже с кем-то гулять ходит. Да? Да. Да-да-да. Это правда. Это редкость. И точно друзья? Да. Нет. Я буду резать, не призываю. Она скрывает отношения наши. Да? Я беременна. Ты беременна, либо она беременна? Я. Мы обе беременны. Точно, вы друг друга любите? Чего? Друг друга любите? Мы любим друг друга, да. Да? Согласна. Да, да. Yes. Why? What happened? Because it's not those moon day. In women's life. Really? Yes. So it's like make you so angry, yes? Yes. And yourself? Of course. Yes? Yes. Or someone like today? Even on my best friend. Yeah? Sometime? What she do? She so late? No, just a little bit. Maybe she goes somewhere without you? Maybe, sometimes. Really? Yes. You know, 5 minutes ago, I was so angry on my friend. Why? Because he asked you interview because you are so tall from me, you know?
It's true. But it's true, yes. Okay, so, and you? Can I speak Russia? Я вот была сейчас злая, потому что мы зашли... Сейчас прямо? Прямо сейчас, да. Мы зашли в магазин Tiffany. Наверное, многие его знают. И я хотела купить себе браслет, а он оказался... В общем, мне понравился, на самом деле, другой браслет. И я вот теперь думаю, где мне найти деньги на этот браслет. А, да. За это вы была злая, потому что деньги нету, да? Да, да, именно поэтому. जी दोस्तों तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो देख के ते मेरे चैनल नु सब्सक्राइब ते लाइक कर दियो ते अगर ताडे माइंड च कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है ते तुसी मेनू कमेंट च लिख सकदे हो ते मैं अपना नाल इंस्टाग्राम दिता है पीके रशिया दे नाल तो मेरा इंस्टाग्राम ही है ते मेरे इंस्टाग्राम नु जाके फॉलो करो ते उम्मीद है तुहानू वीडियो जरूर पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो तक दो अपने दोस्त डोगर नु इजाजत अपना रखो ख्याल अल्लाह हाफिज़